Благослови
Благословите, Господа, все ангели Его, в силе и крепости творящие Слово Его, услышите глас Небес Его. Благословите, Господа, все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его, над всякими силами величества Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его, благословенный си, Господи. Аки, паки, мя, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Чистый, преблагословенную, славную, благочную же Богородицу, пресвятую Деву Марию, со всеми святыми поминувши, сами себе друг друга и весь живот наш, Христу Богу. Тихий царство небесное,
блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кровоці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі і жаждущі правди, яко ті наслідяться. Блаженні милостиві, яко ті помілувані будуть. Невеста, краситель, князь, явися, красный девы храм и чертога, прием одушевленный чертог Божий, чистую и непорочную, и светлейшую сия твари. Блаженни чистые сердцем, яко ти Бога узря. Давид, предначиная ликование, играет и ликовствует с нами, и царицу зовет тебя украшену пречистая, предстоящую всечистая в храме, царю и Богу. Блаженни миротворцы, яко ти сынови Божии нарекутся. Из нея же преступление произойдет древле роду человеческому, и стоя исправление и нетление процветие, Богородица днесь приводима в дом Божия. Блаженни и знание правды ради, яко тихий засон небесное. Играют ангельское воинство и всех человек множество, и пред лицем пречистое предтекут твоим дни священносицы, зовущие величествие твое в дому Божии. Блаженни и серебра поносят ваги, женуты ритуся за облаку на волжущей минеради. Празднуем вернее праздник духовной Матери Божия, воспевающей благочисто, есть Бо святейша небесных умов. Радуйтесь и веселитесь, яко за ваше много на небе. Песнями духовными восхвалим вернее Матери Света, яко днесь нам явися, предходящий в храм Божий. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. В храм законные входы совершает храм Божий, небесная скиния, из нея же нам, сущим во тьме, свет воссия. И ныне и присно, и во веки веков. От всяких искушений и беды душевных свободины, притекающие к Тебе всепетая, Твоими мольбами, Мати Христа Бога. И мудрость прости. Спасов, многоценный чертог и день.
священное сокровище славы Божия. Дни сводится дом Господень, благодать соводящий, я же в Духе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сияет сиденье небесное. Господу помолимся. Славы
посиняющий алтарь, унижить ныне глаголости по-другому, тем же так устроенным, первую кубоскиню выну харта посвященницы службы совершающей, во вторую же единую в лето, един архиерей небес крови, и уже приносит за себе и у людских небежествих. И духи твоему, Господи, Отце нашим, Высокопреосвященнейшим, Митрополитом Филарете,
памяти и всего Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вещи молимся, богохранимей стране нашей, власти, власти, народе, яда, тихо и безмолвно житие, поживи во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи молимся, братьях наших, священнице, священном Анасе, и всем о Христе, братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи молимся тебе, Господу Богу нашему, еже услышите глас умоления наших и молитве, и помилуйте рабов твоих, все честные гумы и просения сестры во Христе, братарей, братья, братарей, Сергия, братарей, Сергия, братарей, Виктора, братарей, Дмитрия, Славы и все непоминаемые, и предстоящих, и молящих, и сродников всех, благодати и щедротами Твоими, исполните вся прошение, и простите вся согрешение, вольное и невольное, благоприятным прибытием мольбам и милостыням, пред престолом владычества Твоего, и покрытий ко всех враг, видимых и невидимых, от всякие напасти, беды и скорби, и недугов избавите, и подайте здравие и благоденствие, братцем Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи молимся, блаженных и преснопамятных, святейших патриарших православных, и о Создателе сады обители сия, и о всех прежде почивших, отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о плодоносящих и добродеющих, воссоединившихся в храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великие, богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благодати Его, облашение Божие Господь.
Господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского, и всея Руси, Святой Троицы Сергия Лавры, священного архимандрита, и Господина отца нашего, Благопреосвященнейшего Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, патриаршего экзарха всея Беларуси, Святой Успенской Жировицкой обители, священного архимандрита, да поменит Господь Бог во царстве Свое, всегда были пресно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и по веки веков. И сейчасою, и гульнею, и простинью, сестрами святые обители сия, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и по веки веков. Сестер, братья, сестричество, строители, богоукрасители, жертвователи, святые обители сия, всех трудников подворье, всех вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки. Кончины живота нашего, безболезненные, непостыдные, мирные, и
доброго ответа на страшном суде Иисусе Христове просим. Святую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашей Богородицы, Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Единую святую
благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Thank you.
освяти, и чисти, при благословении, славней Владычицы нашей Богородицы, и признанней моей. Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим. Я святые поминувши, паки, паки, миром Господа помолимся. Господи, помилуй. О принесенных и освященных, честный даре Господу помолимся. Бог наш, премья во святыми небесные мыслями, что жертвенник, воню благоухание духовного, вознеспослый на божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Спаси, помилуй, сохрани от Божия Твою благодатью. Господи, помилуй. Венец всего совершенно свято, мирно и безгрешно Господа проси. Дай, Господи. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ телес наших у Господа проси. Оставление грехов при грешении наших, у Господа проси. Дай, Господи. Добрых и полезных душам нашим, и мира мирою, Господа проси. Дай, Господи. Прочее время живота нашего, в мире покаяния скончати, у Господа проси. Дай, Господи.
Спаси. Христианские кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшный судящий Христой просит. Удавай, Господи. Соединение веры и причастие Святого Духа и спросивше сами себе друг друга. Небесно.
Согласно преданию, святые праведные Иоакимки Анна, родители Пресвятой Марии, были бесследны. Претерпевая поношение от своих же соотечественников, они не теряли веры в Божие милосердие и неустанно молились о даровании чад, дав обет посвятить себя Господу. Чудо свершилось, Пресвятая Богородица появилась на этот свет. Закон Божий протоиерея Серафима Слободского повествует о сегодняшнем торжестве. Когда Деве Марии исполнилось 3 года, благочестивые родители ее приготовились исполнить свой обет. Они созвали родственников, пригласили сердце своей дочери, одели ее в лучшие одежды и, провожаемые народом, свели в любом преступлении, повели ее в храм Иерусалимский для посвящения Бога. Ее подруги-свестницы, как и сама Мария, шли с зажженными свечами в руках. Навстречу им вышли с пением из храма священника и поклонецкого священника. Иоаким и Анна с благословенными молитвами поставили Марию на первую ступень лестницы, ведущей в храм. Лестница же эта имела 15 больших ступеней по числу псалмов, которые священники пели при входе в храм. И вот трехлетняя Мария сама без всякой посторонней помощи зашла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благословил ее, как это он всегда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем, по внушению Духа Святого, он вел ее по святая святых. Это было самое священное место в храме. Туда никто не имел права входить, кроме него самого, и то только один раз в год. Дух Святой внушил первосвященнику, что Мария, избранная от раковица, достойна входить в самое священное место. Она предназначена Богом стать Матерью Сына Божия, который откроет людям вход в Царство Небесное. Сегодня нам очень трудно представить существовавшую когда-то традицию посвящения детей Господу. В современном мире уже просто привести ребенка в храм и открыть ему красоту православия становится одной из тяжелейших и трудовыполнимых задач. Давайте в этот торжественный и праздничный день подумаем, что мы можем сделать, чтобы реально изменить ситуацию. Ведь не имеет абсолютно никакого значения, какого мы пола, сколько нам лет и рожали ли мы детей, малыши и подростки, стоящие в храме, наши. Думаю, дети вообще не могут быть чужими. И от каждого из нас зависит, придет ли следующее поколение в храм, не по принуждению, по любви. Разумеется, именно родители несут ответственность за духовное воспитание своих детей. Но все мы, православные христиане, создаем ту атмосферу, куда эти дети попадают. Мне довелось наблюдать, как прихожанка нашего монастыря вошла в храм с малышками, которые капризничали, не давая возможности спокойно помолиться своей маме, да и всем окружающим. Одна из монашествующих сестер ненавязчиво предложила свою помощь, и уже спустя мгновение детки благоговейно стояли рядом с ней по стойке смирно, разглядывая во все глаза убранство храма, а их мама, стоя у икон, о чем-то говорила с Богом. Бывают, конечно, ситуации, когда родители не прививают своим чадам должного уважения к церковной жизни и храму. Но чаще всего нашим детям нужно просто чуть больше внимания и любви со стороны общины. Митрополит Антоний Сурожский в одной из своих бесед вспоминает удивительный пример настоящей христианской любви, которую он ощутил, будучи еще ребенком. «Я помню священника, который меня очень поразил, но понял я его только 10-летия спустя. Я был тогда мальчиком лет 10-11 в детском лагере, и был у нас священник, который нам казался редким. Ему было, вероятно, лет 30. У него были длинные волосы, длинная борода, и нам он казался дедом нашим. Но меня поразило в нем, озадачило. Он всех нас без исключения любил любовью, которая не менялась. Той только разницей, что когда мы были хорошие, то его любовь делалась ликованием. Когда мы были плохие, его любовь делалась горем, но она никогда не уменьшалась. Тогда это я заметил, поразился, но в 10 лет я это не умел осмыслить. Потом я это осмыслил, так нас любит Бог. Его любовь не меняется, но когда мы недостойны самих себя, то для него это горе, которое кончается в предельном случае
распятия на Голгофе. Когда наоборот мы достойны себя, значит Его, то Его любовь делается ликованием. Ведь если мы хотим, чтобы для будущего поколения православие было родным, мы должны стать родными друг другу. А этого нельзя добиться исполнения буквы закона. Должна быть любовь. Мало просто выучить определенные молитвы, отказаться в какие-то дни от сторонной пищи и вовремя приходить на службу. Этого недостаточно, чтобы называться христианином. О своей вере необходимо свидетельствовать поступками и всей своей жизнью. Хочется привести еще один пример из рассказов митрополита Антония, который свидетельствует о том, что всякое семя, посеянное в душе ребенка, обязательно взрастет. Во время немецкой оккупации немцы вывозили из России детей, которых отправляли на работу. Один мой товарищ, такой Ваня, который потом стал в Америке епископом Сильвестром, был запущен в такой группе детей, потому что говорил по-немецки. Среди этих детей он встретил мальчика лет 10-11, который его поразил тем, что мысли мальчика были как бы оформлены Евангелием, и что он часто употреблял такие формы речи, которые не были цитатами из Евангелия, но настолько напоминали евангельскую мысль, что мой товарищ его отозвал в сторону и говорит: «Слушай, ты такой маленький, откуда ты так хорошо Евангелие знаешь?» Мальчик ответил: «Евангелие? А что это такое? Никогда не слышал». Ваня ему говорит: «Евангелие – это такая книга, где говорится о жизни и учении Иисуса Христа. А кто это такой?» И продолжая расспросы, Ваня обнаружил, что родители этого мальчика были верующие. Это было сталинское время. Дать ему какое бы то ни было религиозное воспитание было слишком опасно. В школе его могли спросить, как и других детей спрашивают: «А ты знаешь, кто такой Бог? А ты знаешь, что? Знаешь, что?» И он выдал бы своих родителей. И родители взяли за правило никогда, во всяком случае при нем, не говорить ничего, что не было бы созвучно евангельской правды. И он Евангелие воспринял как норму жизни, не как учение каких-то людей о ком-то или о чем-то, а так люди думают, так мои родители чувствуют. И когда владыка Сильвестр дал ему Евангелие, он начал читать: «Да, да, вот оно так и есть». Итак, сегодня очень радостный и светлый праздник. Матерь Божия вошла в храм. Постараемся и мы сделать все от нас зависящее, чтобы подрастающее поколение сохранило истинную православную веру. И будем верить, что Пресвятая Владычица наша Богородица и Преснодева Мария не оставит своего победительства о наших и наших детях. Богу нашему славу всегда. Oh.
Исподоби меня неосужденно причаститесь и причисти твои тайны. Восставление моих грехов уже вечное, аминь. Вечи твои тайны и месть. Сыне Божий, причастника, причастника меня прими. Не во врагов твоим тайну поверь. Не лобзание тебя, я твой Иуда, но я разбойник, исповедую тебя. Помяни имя, Господи, во царстве твоем, и не судью, и суждение. Будь мне причащение святых твоих тайн, Господи, но во исцеление души. Тело Христово.
достояние Твое. Ныне и присно, и во веки веков. Благо, взыщи мира и пожени, очи Господне направлены.
Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда на ней присно и во веки веков. Молитвами пречистые своей матери, святых славных апостолов, святых славных стихальных апостолов, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и сия Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Минского и Слуцкого патриаршего и царка сия Беларуси, всечестную игуменью и просинею сестрами о Христе, и все православные христиане, Господи, сохрани их на многое лето. Божие предображение и человеку спасение проповедание в храме Божий ясно Дева является и Христа всем предвозвещает, то и мы велигласно возобеем, радуйся смотрения, зижди дерево исполнения. Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пречистый храм спасо, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия. Внесь, Боди, дом Господень, благодать соводящий, я же в духе божественном, юже воспеваю ангели Божии. Святой Богородице. Как изменилась жизнь каждого, кто нашел храм. Ведь было же время, наверное. Мы все же пришли к Богу с пеленок.
когда храма просто такого понятия не было. И вот мы нашли храм. И вошли в этот храм в какой-то момент нашей жизни. А скорее, и наверняка это не мы вошли, а Господь нас ввел, а может быть принес в храм. Уже полуживых, уже людей, которые во всем разочаровались, которые потеряли смысл, израненных грехами. И храм нас делал или делает нас людьми. Потому что идеология, что человек обезьяна, она не требует святости и чистоты и красоты. Она требует, чтобы было что поесть, на что повеселиться, и этим человек заполняет свою жизнь едой, развлечениями, страстями. Человек, высшее творение Божие, вызывает у человека похоть. Смотрите, как смотрит юродивый, святой на блудницу. Он смотрит на нее и видит в ней красоту Божию. И как часто люди смотрят на человека не как на храм, и видят только его тело. Потому что души человек не ищет. Как человек опускается, как человек действительно становится безумным, когда нету цели, когда нету высоты, когда нету идеала, когда все временно, мода такого-то года, производство такого-то года, все штампуется, все летит, куда летит. И поэтому действительно в храм мы приходим, чтобы время остановилось, время, в котором мы живем. И нам надо было бы войти в жизнь вечную. Сегодня, опять же, можно вспомнить родители, у которых не было детей, которые были в поношении, Аким и Анна, приводят свою девочку, единственная девочка. Представляете, какое утешение, она могла бы их оберегать их старость, она могла бы их, понимаете, упокаивать и ублажать, они ее отдают Богу. А сегодня мы сталкивались, как родители не хотят отдавать детей Богу. Как родители говорят, нет, а кто же меня будет досматривать? Какой монастырь, какие монастыри? Как родители пытаются из последних сил дать образование, но образование от слова «образ», научить языкам, научить каким-то наукам, играть на пианино, кто-то еще научить кому-то каким-то наукам, чтобы они были людьми, дети людьми. А кто заботится о том, чтобы вести своего ребенка в храм, не просто притянуть его, а чтобы храм стал и дом человека, домашняя церковь, чтобы действительно было у ребенка чувство благоговения и страха Божия, чтобы придить ему прививку от той смерти, которой сегодня живет этот безумный мир. И поэтому, конечно же, мы благодарим Бога, что сегодня мы в храме. Мы привыкаем к нему. Мы привыкаем к величайшему чуду мира, к причастию. Мы привыкаем к тому, что Бог нас прощает, еще не начавшим даже элементарного какого-то покаяния. Бог нас любит, потому что в храме живет любовь. В храме действует любовь. И Господь всех зовет нас. Какие бы мы ни были, всех зовет. И куда Он зовет, понимаете? Не на экзамены, не на какие-то испытания и истязания за наши грехи, а приглашает нас, примите, идите, вот мое тело, вот моя кровь, вот это вся моя жизнь, это вся моя любовь, и возьмите ее, и живите с ней, а мы ее теряем.
У нас много увлечений, у нас много проблем, а Бог всегда будет рядом, и Он всегда подождет. Он всегда будет, понимаете, ждать нас. Да, Он ждет нас, но мы можем дойти до такого состояния, что мы забудем о Нем, потому что у нас будут свои проблемы, которые мы будем решать своими силами. И в безумии будем разрушать все вокруг и в себе. Поэтому, конечно же, хочется, чтобы мы все-таки в нашей жизни все упорядочили, все привели к общему знаменателю. Чтобы мы поняли, что действительно, что для чего мы здесь с вами на этой земле живем. И что нам нужно самое главное, понимаете? Потому что когда человек этого не понимает, он не знает, куда ему деться, куда бежать, зачем он проживает какие-то испытания, и что будет потом, он вообще не думает. Как страшно, что люди не думают о смерти. Память смертная – великая сила. Святые говорят, думай о последнем дне и не согреши. Думай о том, что ты рано или поздно будешь давать ответ за все свои дела, слова и даже мысли, и тогда у тебя появится, может быть, мысль, что не надо туда идти, не надо это говорить. Но нужно подумать, нужно измерить, прежде чем отрезать. Поэтому, дорогие мои, мы благодарим Бога, что Господь нам дал возможность создать храм. Но молитесь, у нас есть план сделать храм еще один, здесь рядом, в 3 раза больше. Это будет храм, Владыка наш подписал когда-то. Это храм будет воздвижение креста Господня, потому что мы на воздвижение совершили в новинках первую божественную литургию. И наверху этого храма мы хотим сделать настоящую Голгофу. Поэтому, ну, конечно, сейчас это как фантастика, но есть благословение архиерея, и мы сейчас пока ведем работу, чтобы вот храм был бы недалеко отсюда, вот где вот здесь эта стоянка у нас, то, и чтобы здесь, потому что на Пасху люди уже не вмещаются, а мы думаем, что жизнь не сладкая, и вот то, что сейчас происходит, все эти кризисы, все это действительно рушится, все эти иллюзии, все-таки должны приводить людей к храму, потому что человек все-таки хочет жить, а жить можно только с Богом. И жить можно только имея смысл и цель своей жизни не земные, потому что они очень скоротечны, а именно небесные. И сегодня мы пришли в храм, чтобы принять Христа, чтобы прикоснуться к той жизни, в которой уже не будет наших колебаний, сомнений, терзаний, а будет во всем любовь Божья. Спаси и сохрани всех Божьих.